Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Чтобы снять вот такую композицию, мне приходится сидеть на полу, ну, чтобы видно было радочку. А зачем я это делаю? Я сейчас скажу. Я снимаю это вступление специально для одной нашей подписчицы. Ее зовут Таня. Она живет во Франции. Но сама она родом отсюда, с наших мест. Она наша землячка. Я посвящаю ей это вступление и скажу, что очень такие объемистые комментарии она пишет. Ну, про такие, говорят, она не жалеет чернил и бумаги. Пишет молодец. И всегда представляется Таня из Франции. Вот. Ну, фамилия, по-моему, Архакян. Если я по-английски, ну, буквами... Ну, так прочитал. Если нет, пусть она мне напишет, как ее правильная фамилия. И вот мы решили с Радочкой. Радулька, помаши лапкой. О, это привет Тане. А я почему это вступление снимаю вот с Радочкой? Ну, во-первых, она следила, как проходят роды Мирочки, переживала всегда за Радульку. А скажу так, что не только одна Татьяна переживала. Переживали многие. Знаете, почему я именно одну Татьяну выделяю? Ну, просто вот так вот захотелось и все. Я мог бы сказать там и другие фамилии, я помню. Ну, где-то активных подписчиков, активных, очень активных, которые пишут каждый день через день, это 30 где-то подписчиков. И из них самое, конечно, ну, может быть сказать, ну, старые куда-то уходят, потом приходят. Ну, Светлана Музыченко, она давно пишет, ну, редко бывает. Вот Фаина, она тоже редко пишет. Хотя были первые очень подписчики, они, ну, писали. А сейчас новые вышли на сцену, и ну, вот просто одна из них... Да, я что хочу сказать, я не стал всех упоминать, потому что, ну, поймите, что-то кого-то забуду, и человек не то что обидится, но скажет, вот, блин, а меня забыли, поэтому... Я знаю, что вот я знаю многих, и я просто вот выборочно назвал Фаину. А еще много других, которые постоянно пишут, постоянно смотрят каждый день они смотрят, и, может быть, даже по нескольку раз они смотрят. Но, ну как? Ну вот просто почему-то захотелось посвятить этот ролик именно вот Татьяне. Перерыв сделаю. Я сделал перерыв. Почему? Ну, открыл комментарии. Ну, вот они. Я поверну, чтобы не переключать камеру. Сейчас у меня открыты комментарии. Первый здесь комментарий. Это вот Таня Архакян. Следующий. Я зачитаю. Галя Лангина. Или Лангина. Алена Плотвина. Елена Позднякова, Исаак Моисеевич, Исхак Моисеевич. Вот, потом, значит, Любовь Скороходова. Знаете, я назову первых вот 20 человек, которые постоянно на экране. Но я не скажу, что это все. Просто те, кто сейчас находится передо мной. Наталья Марченко, Елена Галяпина. Может быть, я без очков плохо вижу. Халяпина. Виктория Рябченко, Виктория Викторовна. Знаете такую подписчицу? Нет. Нет, прошла. Бахтияр Калдыбаев. Елена... А, ну это Халяпины. Так, Татьяна Баженова. Ирина Журавлева. Светлана Богданова. Жанна Кузнецова. Ольга Холодная. Опять Виктория Викторовна. Людмила Морозова. Николь. Люда Райковского, Татьяна Баженова. Это те, кто сейчас вот у меня находится передо мной. Наталья Шведова. Так. Нелли Исаева. Галина Галиновна. Марина Свирина. Виктор Разумный. Алла Пустовит. Вот Алла Пустовит очень много пишет. Молодец. Она и не только свои комментарии, но и поддерживает других. Тамара Истомина. Мишулька Куракина. Алеева Ирина. Биг Бэр,
Наталья Корсакова, Лариса Кулага, Яна Мясоедова, Мартина Здималова. У меня батарейки садятся. Просто Галина, Валентина, Елена Иванова пишет очень много. Но почему-то она большими буквами пишет. Все хотел спросить, почему. Может быть, ей так нравится. Но обычно все мелкими буквами, она большими, крупными пишет. Шахназа Хайдарова, Татьяна Баженова. Может, я кого-то повторяю. Светлана Симутина. Вот. И Лина Кронц, Ольга Ру, Ирена Крум, Нелли Исаева, Ольга Ру опять, Вампир, Инна Куценко, Марина Еременко, Алла Рижская, Тан В, Лилия Макарова. Ну, в общем, земляне. У меня уже рука болит, потом Андрей Пупкин. Ой. Все. Светлана Стар. Ольга Холодная. Уже, наверное, начали повторяться. Но это те, кто вот сегодня ответил на комментарии. А завтра будут другие. И если я кого-то не упомянул, то я в следующий раз упомяну. Поверьте, что мы всех помним. Все комментарии я читаю. Радулька, рада. Мы же читаем с тобой комментарии, да? Мы всех знаем, всех любим. Всем лапкой помашем. Давай. Ну, лапуньку, давай. Давай лапочкой. О, это мы машем всем лапкой. Все, всех приветствуем. Ну, я это вступление приклею к любому видео. И дальше, в общем, в дальнейшем хочу сказать, что буду упоминать всех своих подписчиков. Ну, я их всех помню, знаю. Если кого-то я забыл, ну, извините, я помню, вот здесь у меня в коловушке, в моей кубышке все мои подписчики есть. Так что в следующий раз я упомяну остальных. Ну, пока всем привет. Вот, привет еще от Радочки. Ну, не поленись, давай. Давай лапочкой. Ну-ка. Ну-ка. Где ты? Вот она. О, о! Она вам машет. Машет вам. Ручкой наша красавишна. Ну, давай. Заканчиваем ролик. Ну, ты ж, мордюнька. Ох, ты ж. Вот представьте, земляне, это вы ее тискаете. Я вам предоставил такую возможность. Вот, моими руками вы гладите Радочку. Все. А теперь я выключаю камеру. Мне надо убрать руку. Давай. Отрубаживай ее, малеха. Что это такое? Что это такое? Это что такое? Виктория задницу скипидаром намазала. Где наш мячик? Где мячик? Что такое? Давай. Ты что, попу скипидаром намазала, что ли? Ты бы видела, что там было. Мы таких рецептов не знаем. А что такое? Что ты с ней сделала? Мячик ей дала. А где мячик? А папка спит. Не трогайте папку. Папка отдыхает. Вот доча разошлась. Сама себя веселит. Она и за себя, и за папку. Я не успеваю камеру поворачивать. Она что творит? А мячик куда-то она зашвырнула. А. Ну нету у меня, нету. Ищи, куда ты его дела. Пошли. Где мячик?
Дио. Не знаю, куда она его зафуговала. Тут не видать. Все. Где? О, умотала ты нас сегодня. Мячик куда-то улетел. Посмотри, может, под столом мячик. Я смотрю. Нет. Чего? Видать. Ну, пошли. Что это было? Что за движения такие были, а? С чем связано? Иди. Куда мячик делся? Ты его не проглотила, а? Пойдем искать. Тут нет. Одним мигом раз и пропал. Ну, может, только за стол закатиться. Иди, забирай свой мячик. На. Он тебя сейчас собьет. Ну, давай, давай. Все, батарейки сели. Где у тебя подзарядка? Есть на ней? Включай на подзарядку.